Главное за день. Традиции семьи Цыденовых, взрыв в Пакистане и дешевые авиабилеты. Нагоняй был не настолько сильным. Свалка на счастье. Когда уберут горы мусора в центре Улан-Удэ. У нас там нету действительно никаких наций, никаких религиозных отличий. Мы все там братья. Бурятские военные участники СВО получили боевые награды. Я вспоминаю, получается, молодость своих бабушек, дедушек, свое детство. Машина времени в нацмузее. В Улан-Удэ открылась выставка к столетию Бурятии. Время убивает нещадно, медленно, но нещадно. Умирающее наследие. Символы старого Улан-Удэ разрушаются. У нас другие жители, да, которые организовали, захотели чистую воду. Ладно, нам просто вот так вот моя сейчас ситуация. Мне просто, ну, я была безвыходна с ними пойти, потому что я не могла вообще без воды остаться. Жаждущие и обманутые. Жители ДНТ «Весна» чуть не остались без воды и отопления. Скоро на АТВ интервью со скандальным блогером из Питера. Государство, ну это порядок. Без запретов невозможно, это бы же вакханалия и анархия, правильно? Криминал, алкоголь, интернет. Что запретили бы улан-удэнцы? Покорители космоса вернутся домой. Речь о памятнике космонавтам, который долгое время украшал площадь славы. В 2000-х его убрали и заменили рекламным баннером. Недавно с инициативой возвратить монумент на своей странице в Телеграм выступил мэр города Игорь Шутенков. Большинство подписчиков проголосовали за. А накануне памятник доставили на ЛВРЗ для реставрации. Его вернут на прежнее место уже в этом году. Здравствуйте, меня зовут Мариам Восконян. Это новости на АТВ. Начнем с главного за день. Начнем с трагедии в Пакистане. Вчера в мечети города Пешавар прогремел взрыв. Обрушилась часть здания. По последним данным, погибло 90 человек. Еще 200 получили травмы различной степени тяжести. Ответственность за взрыв взяла на себя одна из запрещенных в России террористических организаций. Не обошлось без происшествий и в Бурятии. В Заиграевском районе 46-летний водитель Ниссана не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина перевернулась. ДТП произошло недалеко от села Новая Брянь. Как сообщает ГИБДД, мужчина был пьян. С сокрытым переломом шеи его госпитализировали в больницу. Другое ДТП произошло сегодня утром на проспекте Автомобилистов. На съезде с Кольцевой развернула Toyota Spacio. На кадрах видно покореженный капот, о пострадавших не сообщается. В Улан-Удэ поймали стаю собак, напавших на 43-летнего мужчину еще 27 января у переезда в микрорайон Горького. В ходе отработки данной заявки отловлено 5 взрослых особей и изъят приплод – 3 щенка. Нападавшая собака опознана потерпевшим. На собаке имеется ошейник. Бурятские спасатели вызвали пенсионерку из собственного дома. Внучка 73-летней улан-удэнки забила тревогу, когда не смогла попасть к бабушке. Женщина закрылась изнутри и не открывала дверь. Спасатели БРПСС в присутствии родственников с использованием аварийно-спасательного инструмента вскрыли квартиру и обеспечили доступ к пожилой женщине, которая была обнаружена в сознании, обездвиженная на полу. Спасатели перенесли пострадавшую женщину на кровать и вызвали карету скорой помощи. Республиканское агентство ГОЧС просит быть внимательными к одиноким родственникам, особенно пожилым и имеющим ограниченные возможности. На директора санатория «Нилова пустынь» в Тункингском районе завели уголовное дело. Баирму Сагалуеву обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. По словам следователя, с 2019 года незаконный доход лечебницы превысил 43 миллиона рублей. Установлено, что автономное учреждение в местности Вышка оказывает населению медицинские услуги без лицензии. Полученный в особо крупном размере доход от указанной деятельности обращен в собственность учреждения. На защиту директора «Ниловой пустыни» встал глава Тункинского района. Баирма Федоровна полностью избавилась от прикарманивания выручки нечистыми на руку прежними работниками. Ввела кассовую технику и контроль за оборотом денег. В полном объеме оплачивает налоги и сборы, счета, исследования воды. Единственное нарушение, которое смогли обнаружить следователи ФСБ у Баирмы Федоровны Сагалуевой, связано всего лишь и только с медицинской лицензией. Глава Тункинского района добавил, как только лечебница полностью перейдет под контроль районной администрации, они вплотную займутся ее развитием. Летать стало выгоднее. Правительство России продлило программу субсидированных авиаперелетов на Дальнем Востоке. Жителям Бурятии доступны дешевые билеты на 12 популярных направлений, в том числе в Москву, Сочи и Новосибирск. Есть субсидии и на внутренние рейсы в Нижнеангарск и Токсимо. Правительство еще на 3 года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока. Программа льготных авиаперелетов очень востребована гражданами. В прошлом году ей воспользовались с
свыше 350 тысяч человек. Почти вдвое, до 37, было увеличено количество маршрутов. Это сбор семьи за праздничным столом, праздник, который объединяет. Так описал встречу Сагалгана в своей семье глава Бурятии. Алексей Цыденов разоткровенничался на встрече с детьми в образовательном центре «Асторум». Также он рассказал о любимом авто ВАЗ-2107. Именно на этой машине Алексея Цыденова учил ездить отец. Просто космос. Воспитанники школы танцев «Байкал Идель» победили в хореографическом конкурсе культурного фонда «Алые паруса». Юные дарования отличились в 9 номинациях и взяли гран-при – 100 тысяч рублей. Конкурс проходил в Москве с 27 по 29 января. Теперь ребята готовятся к Кубку победителей. Призовой фонд этого конкурса – 1 миллион рублей. К другим темам. Об огромной свалке на острове Счастье мы впервые рассказали еще в ноябре прошлого года. Управление капитального строительства Бурятии обещало ее ликвидировать. Однако горы мусора до сих пор украшают центр Улан-Удэ. Илья Балханов выехал на место. После обращения Общероссийского народного фронта в прокуратуру начальник УКСа даже получил представление. Однако, как мы видим, нагоняй был не настолько сильным. Эти отходы накопились тут с реконструкцией дамбы и театра Ульгер. После прокуратуры УКС вывез отсюда 500 кубометров мусора. По их словам, плиты вывезут весной, а остальное после составления сметы. На вывоз было предусмотрено 3 миллиона рублей. УКС превысила эту сумму. Но почему не корректировалась смета ранее и не принята меры к подрядчику? Мы обратились в надзорные органы для оценки ущерба экологии и настаиваем на полном вывозе отходов без затягивания сроков. Почему УКС вяло реагирует даже на представление от прокуратуры? Сейчас управление ждут очередные проверки. Напомню, что казенное учреждение взяло этот остров в аренду и теперь горы отходов красуются в центре Улан-Удэ. Илья Балханов, Жаргал Орденеев, телекомпания АТВ. А теперь к новостям СВО. Бурятские военные получили боевые награды. За успешное выполнение задач, смелость и мужество наш земляк Жаргал Загдаев, командир взвода легендарной 5-й танковой бригады, удостоен знака отличия военного ордена Георгиевского креста 4-й степени. У нас там нету действительно никаких наций, никаких религиозных отличий. Мы все там братья, мы все граждане Российской Федерации. И я не могу как-то отличить какую-то национальность тем, что она является отважнее или достойнее какой-либо другой. Командир 3-го танкового батальона Равиль Тукаев награжден орденом мужества. Офицер родом из Мордовии, но уже больше 10 лет служит в Бурятии. В первую очередь, когда ты думаешь не только о себе, а о своих подчиненных, которые за моей спиной, семье, о родных, о близких. И вот это дает, так скажем, надежды жить и выживать дальше. В подчинении Равиля Тукаева батальон, который не раз был отмечен высокими воинскими наградами. 100 лет в одной выставке. С сегодняшнего дня на протяжении года в Музее истории Бурятии будет работать выставка, посвященная столетию республики. На ее подготовку ушло несколько лет и более 4,5 миллионов из федерального бюджета. Фотографии, документы, вещи исторических деятелей Бурятии, интерактивные инсталляции, около 1000 экспонатов на одной площадке. Возрастное ограничение 0+. Как развивалась, чем жила Бурятия последние 100 лет, теперь можно увидеть в Музее истории республики. Около 1000 экспонатов, которые можно рассматривать часами. Но блуждать во времени не придется. У каждого значимого периода здесь есть своя зона. А можете показать свою любимую зону здесь? Есть такая? Сложно сказать. Но мне очень нравится, как у нас получилась зона Великой Отечественной войны. Она такая получилась уютная. Мне кажется, она очень знаковая, потому что там можно сесть на банкеточку, погрузиться в материал и как-то посмотреть внимательно, изучить награды Великой Отечественной войны. А самое главное, посмотреть на вот эту уникальную нашу инсталляцию, которую мы воссоздали, инсталляцию, посвященную ВВК-госпиталям. Представлены вот подлинная картина Александра Ивановича Тимина «Концерт землянки», которая вошла во все учебники хрестоматии. За один раз все здесь не обойти, все не посмотреть. Нет, посмотреть можно, но очень поверхностно. Я думаю, что смысл стоит прийти и погрузиться. А тут еще есть такая вещь, как вот, например, вот этот вот здесь включи и послушай меня. Это наушники, вот здесь можно подключить.
одеть эти наушники, да, и там в наушниках вы услышите голоса, голоса наших артистов. Кто-то читает какое-то письмо, например. Одно дело слушать экскурсовода, а тут ты, когда одеваешь наушники и слушаешь пение Бадмы Балдакова, ты уже как бы погружаешься в совершенно другую атмосферу. Кроме изучения исторических документов и созерцания картин, здесь можно занять себя игрой на старом автомате, сделать фото в ретро-интерьерах или рассмотреть через VR-очки типичную советскую комнату. А что там? Там тогда домик. Вы держите? Я держу. Давайте. А вы рассказывайте. Вау! Это же покрутитесь. Комната. Сейчас. К сожалению, передать то, что я видела, камера не может. Но поверьте, на это стоит посмотреть своими глазами. Очень понравилось, это получается почти что машина времени. Я вспоминаю, получается, молодость своих бабушек, дедушек, свое детство, свою юность вот в этом пространстве. Для меня было как-то, наверное, трепетно увидеть рабочий стол Михея Николаевича Ербанова. Еще раз ощутить, какие же люди стояли у истоков нашей республики. О каждом можно писать повести, рассказы. Она посвящена великой дате, целой вековой истории развития нашей республики. От первого, как говорят, камня до солидных зданий, сооружений и свершений. Это очень здорово. Нам очень хотелось сделать историческую выставку, которая рассказывала бы о том, что происходило в течение этих 100 лет, 100 великолепных лет. Выставочная экспозиция организована таким образом, что все расположено в хронологическом порядке с момента образования нашей республики и до настоящего времени. Добро пожаловать на выставку, дорогие земляки. Дарья Белева, Баир Дугаров, телекомпания АТВ. Впереди реклама, она будет короткой. Вот что вы увидите во второй части выпуска. Время убивает нещадно, медленно, но нещадно. Умирающее наследие. Символы старого Улан-Удэ разрушаются. У нас другие жители, да, которые организовали, захотели чистую воду. Ладно, нам просто вот так вот моя сейчас ситуация. Мне просто, ну, я была безвыходна с ними пойти, потому что я не могла вообще без воды остаться. Жаждущие и обманутые. Жители ДНТ «Весна» чуть не остались без воды и отопления. Скоро на АТВ интервью со скандальным блогером из Питера. Государство, ну это порядок. Без запретов невозможно, это бы же вакханалия и анархия, правильно? Криминал, алкоголь, интернет. Что запретили бы улан-удэнцы? Покупай в Абсолюте выгодно. Бальзам для волос «Чистая линия» со скидкой 48% всего за 154,80. С Абсолютом готовить легко. Абрикосы абсолютно для всех всего за 86 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Старый Улан-Удэ уходит в прошлое. Некогда красивые арки, одни из символов нашего города, обветшали, и никто за ними не ухаживает. Мы не раз поднимали эту тему в репортажах, однако никакого прогресса в реконструкции нет. Досадно наблюдать такую картину. Надеемся, городские власти обратят внимание и на эти памятники. Время убивает нещадно, медленно, но нещадно эту арку. А все потому, что за ней просто никто не следит. И я не знаю, есть ли у кого-либо желание за ней следить. А вот еще одна арка на улице Свердлова. И по ней видно, что она более-менее сохранилась. Однако ей не помешает реконструкция. Но она очень красивая. Без воды и отопления посреди зимы чуть не остались жители ДНТ «Весна» в микрорайоне Забайкальский. Они незаконно подключились к сетям водоканала. Казалось бы, жители виноваты, их отключили. Тут и истории конец. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. В проблеме разбирался Александр Зуев. У нас другие жители, да, которые организовали, захотели чистую воду. Ладно, нам просто вот так вот моя сейчас ситуация. Мне просто, ну, я была безвыходна. С ними пойти, потому что я не могла вообще без воды остаться.
Раньше жители Весны получали воду из скважины, но она пересохла, да и качество оставляло желать лучшего. По проекту жители ДНТ должны были построить новые сети. Вот только сами местные об этом не знали. Вернее, от них это утаил подрядчик, который получил 3 миллиона, составил проект, построил водопровод на двух улицах и сам врезал местных водоснабжения. Это не наша проектная документация. Для того, чтобы подключить... Нам как сказали, вот что Баханов, водоканал это без кто? Этого, вот этого проекта с сетями, он бы не дал добро нам. Со старыми сетями. Да, со старыми сетями, естественно, если бы мы это знали заранее. Местные жители обвиняют подрядчика, а в водоканале людям предложили обратиться в прокуратуру. Пока ясно только одно. Жители спокойно пользовались водой, даже не подозревая, что она досталась им незаконно. Чтобы вы понимали, это больше 70 дворов. За это, кстати, предусмотрен штраф. Порядка 40 тысяч рублей за каждое подключение. Рабочая документация была МУП «Водоканал» согласована. Согласована была 20 июля еще 22 года без ввода в жилые дома. То есть строительство центральной магистрали без ввода в жилые дома. Но, к большому сожалению, ответственное лицо, либо председатель, либо подрядная организация, здесь уже жителям надо самим как-то выходить, разбираться, данные мероприятия не выполнили. Увы, старыми трубами пользоваться никак нельзя. Жители рискуют своим здоровьем, так как в воде обнаружены патогенные бактерии и опасные вещества. Ну и отключать ее тоже не вариант. Значит, нужно идти на компромисс. Принимая во внимание тот факт, что у многих жителей данного ДНТ система отопления подпитывается от сетей водоснабжения. Дабы не допустить разморозку и отключение систем теплоснабжения, руководителем предприятия принято решение отложить отключение незаконных врезок до 1 мая. Помимо этого, местные могут получить электронные ключи для водоколонок, так что без питьевой воды они тоже не останутся. Вот только жителям Весны все равно придется подготовить новый проект для подключения по всем правилам, либо использовать частные скважины. Как подключиться к сетям водоканала законно, вы можете узнать по телефону на экране. Александр Зуев, Баир Дугаров, телекомпания АТВ. Две недели назад мы выпустили сюжет о блогере из Питера. В своих соцсетях он высказал негативное отношение к Улан-Удэ, прошелся по жителям, культуре и даже святому – бузам. Досталось и нашей редакции. Блогер заявил, что мы порезали его речь, и на самом деле он имел в виду совсем другое. Наш корреспондент Кирилл Мешков созвонился с Виталием и записал большое интервью. Полное видео скоро на наших страницах во всех соцсетях, а пока небольшой анонс. Мне вообще стыдно говорить, что я типа с Улан-Удэ, с этого города, с этой деревни. У меня нет никакого уважения к этому городу, никаких, вообще абсолютно никакого уважения к их традициям и прочей хуй, короче, абсолютно нет. Хорошо, давайте с самого начала. Я веду плотный, и получается, из моего круга общения, из Улан-Удэ именно, да, многие, почти все, наверное, кто меня знал, обращались ко мне в плане финансовой помощи. Я на фоне своей работы, не знаю, там, эмоционально уставший был, получается, и ко мне, мне пишет человек и говорит: братан, мне можешь 2000 рублей скинуть на ход ноги? Все-таки мы должны понимать, что аудитория большая, и Бурятия – это этническая республика с очень устоявшимися традициями. Вы же, наверное, понимаете, что аудитория все-таки большая, и она вся разная, и стоило бы ожидать такой ответ. Так у тебя и круг людей узкий, как и кругозор в целом, раз ты никого из Улан-Удэ толкового не знаешь. Тебя загнали там, что ли, так, что у тебя полыхает теперь всю жизнь от одного слова триггера Улан-Удэ? Я считаю, что если я захочу как-то опять выразить свое мнение про другой город, там, или про ситуацию какую-то, или там из жизни историю какую-то, да, рассказать, я как высказывался, так и буду высказываться. Недавно в РПЦ предложили ввести запрет на аборты без согласия мужа. До этого с полок магазинов начали изымать игрушки Хаги-Ваги. А прямо сейчас в Госдуме обсуждают запрет продажи энергетиков несовершеннолетним. Нам стало интересно, как относятся к всевозможным запретам улан-удэнцы. Это новый Улан-Удэ Лайф. Смотрим. Всем привет! Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы спросить у горожан, как они относятся к запретам. То есть, поддерживают они их или нет, и какие бы запреты они вели бы сами. Как думаете, вообще запреты нужны или нет? В пределах разумного, конечно. Они же для чего-то нужны были, придуманы были запреты. Только для чего? Положительно.
То есть вы поддерживаете все запреты, которые вводят? Ну, не то, что все, но государство, ну, это порядок. Без запретов невозможно, это бы же вакханалия и анархия, правильно? Ну, без них, может быть, легче было бы, нет? Не, ну, может быть, и легче для кого-то. Может, все-таки вообще отменить все запреты, которые в стране ввели? Не надо, будет разруха. Я так не сильно интересуюсь этим. А, ну это хорошо, конечно. Я за это. Как-то без разницы. Вообще, что ли? Вы бы отменили их все? Естественно. Вообще все? А сами бы какой-нибудь запрет ввели? Алкоголь, наркотики, никотин. Так это все запрещено. Но все равно употребляют. А может быть, поменьше криминала там, чтобы освещали? Запретили бы, прям. Да? Ну, не то, чтобы запретили. Все равно надо, конечно, говорить, но... Прямо как не откроешь, там все только про криминал. Ну, не знаю, наверное, запрет на какие-нибудь запрещенные сайты, потому что дети часто там лазят. Я бы вел, чтобы не продавали алкоголь. Как думаете, все будут счастливы, если запретят алкоголь? Что люди делать будут? Как что? Работать. На трезвую голову лучше работать. Если бы у нас в стране запретили полную продажу алкоголя, вообще распитие алкоголя, как думаете, как бы у нас вот горожане вели себя? Я думаю, большая часть бы это восстала. Я думаю, начался бы бунт. А вы бы как отреагировали лично? Нормально. А как бы вы отнеслись, если бы интернет полностью заблокировали и запретили? Ой, нет, это, знаете, жизнь такой скучной станет. У всех, ну, жизнь еще интереснее и ярче была, ну, без этого. Сложно было бы. Даже не знаю, 50 на 50. Вы бы смогли без интернета? С интернетом попроще. Ну, это понятно. Потом, а так, ну, нету, ничего страшного. То есть вам было бы, ну, ладно, запретили, да запретили. Запретили, да. Ну, а зачем мы сейчас без интернета куда? Даже век информатики, век технологий, куда без него. А какие запреты ввели бы вы? Делитесь в комментариях. С вами были Валерия Ренчинова, Жаргал Эрденеев, телекомпания АТВ. На этом наш выпуск подходит к концу. Следите за новостями на наших страницах в соцсетях. С вами была Мариам Восконян. До встречи в эфире. С «Абсолютом» готовить легко. Ананасы абсолютно для всех. Всего за 99 рублей. «Абсолют» – гарант низких цен. Улан-Удэ «Стальмост» – крупнейшее предприятие по производству металлоконструкций в Сибири и на Дальнем Востоке. Улан-Удэ «Стальмост» имеет высокотехнологичное и высокопроизводительное оборудование. За время работы заводом было изготовлено более 1 миллиона тонн металлоконструкций. Улан-Удэ «Стальмост». Без нас не строятся мосты. Оптика ССЭК. Вас ослепляют блики и свет фар? Специальные очки для вождения обеспечивают комфорт и четкость изображения. Это ваше здоровье и безопасность. Сохраните здоровье глаз. Ваша оптика ССЭК. Каждые 5 секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика ССЭК. Уют, стиль и качество. Angel Beauty Studio предлагает окунуться в мир красоты и совершенства. Стрижки, укладки, прически и окрашивание любой сложности. Процедуры по восстановлению волос. Макияж на любой случай. Косметика премиум-класса. Качественный сервис, профессионализм и забота о каждом клиенте. Салон красоты Angel в самом центре города. Балтахинова, 36, третий этаж. Компания «Ретрус» оказывает комплексные экологические услуги в области природоохранного законодательства. Составление годовых отчетов по экологии о выбросах вредных веществ в атмосферный воздух, использовании воды, обращение с отходами производства и потребления, а также помощь в оплате за негативное воздействие на окружающую среду и в постановке на госучет. Телефоны для справок на экране. Найти нас вы можете по адресу улица Боевая, 7В.